Черная, зеленая, со вкусом корицы, подорожника, морских водорослей и даже ванильного мороженого. 21-летняя киевлянка собрала самую большую в Украине коллекцию зубной пасты. Среди цветных тюбиков уникальные экземпляры еще времен СССР. Больше расскажет Ксения Середа. Вона зелена така, така зелена и на смак... На смак така... Мятна. Мятная, гелеобразная и совсем не похожа на зубную пасту. Такой смесью зубы чистят во Вьетнаме. Киевлянка Виктория Высоцкая коллекционирует пасту с 5 лет. Собрала сотни разноцветных тюбиков. Зараз я уже маю больше, чем 500. Италия, Египет, Арабские Эмираты и Корея. В коллекции пасты из 35 стран мира. Все разных вкусов, лет и компаний. Из Индии, они со специями. Они очень такие... Як вам сказати, дуже перчать у роті. Ось паста з Малайзії. Вона на смак, наче кремля у обличчя. А вот это тюбик из Індії. В 3 рази старше колекціонера. Найстаріша паста у моїй колекції – це паста Уша. Вона 1949 року, ось така. Але, як ви бачите, вона така тверда, уже як камінь. Більше всього в колекції удивляє чорна паста. Дві чорненькі пасти зубні, але ця вона така жгуча, а ця така більш приємна і дуже гарно пінеться. Коллекционирует девушка и зубные порошки. Раритет еще советского производства. А мечтает Виктория обойти мирового рекордсмена-стоматолога из Канады Валерия Колпакова. Тот умудрился собрать более 2000 зубных паст. Ксения Середа, Константин Савицкий. Специально для телеканала «Донбасс».